She is speaking on behalf of the Ukrainian Jewish community. And I want to say that we're very thrilled that she has come to speak, because we're tired of the way we've been divided. The way, when we're divided, we are weak, and we refuse to be divided. And so we're very happy that Yana has come to speak. Ірина? Прошу. Зараз ми запрошуємо до мікрофону пані Яну. Вона є представник єврейської громади. І ми дуже раді, що всі національності, всі люди нас підтримують. Давайте підтримуємо пані Яну і дамо їй слово. Дорогі українці, дорогі друзі України, наша община, єврейська община, в основному приїхала... из Украины в Америку как беженцы. Но сегодня, когда стоит реальная угроза для нашей страны, для нашей Родины, Украины, все наши мелкие личные обиды остались в прошлом. Сегодня мы с украинцами, сегодня мы с Украиной. На Украине нет антисемитизма. Страшнее тот расизм, который Путин и его клика стараются раздуть сегодня. Украинцы, независимо от того, кто они, русские, евреи, украинцы, татары, сегодня они все взялись рука в руку, плечом к плечу и отстоят свободу Украине. Слава Украине! Героям слава! Спасибо всем, кто пришел сегодня! Подождем, но нам тепло, потому что мы все вместе! Мы с тобой, Украина!